Привет, друзья! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня воистину прекраснейшее утро, просто чудеснейшее. Солнце светит с самого утра, и оно настолько яркое, настолько радостное, настолько теплое. Покажу вам, продолжаю вам с вами делиться солнечными утрами, простите, если криво, замечательными настроениями и прекраснейшим днем. Знаете, я остановилась тут и зависла, наслаждаясь этим чудеснейшим видом, солнечными лучами, солнечным теплом. И, ну, как по мне, это не может не вдохновить. В такой день невозможно быть нахмуренным и недовольным. Только улыбка, радость и счастье в такой день могут наполнять, как по мне, как мне кажется. И я задумала сейчас, мне вспомнились вчерашние слова одного невероятно умного человека, женщины. Она рассказывала, знаете, просто помогла посмотреть мне на некие ситуации мои с другой стороны. Она говорит: представьте себе Вселенную, насколько она большая, огромная, сколько там всего много, космос, планеты разные. Вот. И среди всего этого величия, огромнейшего такого масштабов огромнейших, есть наша Земля, такая маленькая планета Земля. И на этой планете Земли живут миллионы живых существ, просто миллионы. И, но они все такие маленькие по сравнению с космосом и со Вселенной. И вот эти вот миллионы живых существ, теперь представьте, локализируйтесь до маленького кусочка на планете Земля, который называется страна Украина. Она такая крошечная по сравнению со всем остальным. А теперь локализируйтесь до маленького города Киева. Локализируйтесь до маленькой улички, крошечной улички под названием там Ушакова. И на этой крошечной улице стоит крошечный муравейничек, где есть крошечная квартирка. И в этой крошечной квартирке сидит такое что-то маленькое, невероятно маленькое, в виде человека. И вот это маленькое в масштабах Вселенной сидит и требует, и хочет, и кричит, и причитает, что оно недовольное, что ему не радостно, что ему не нравится, что все не так. И говорит: просто, ну, со смерти сравните. И мне, я когда это слышала, мне так смешно стало. Думаю, ёлки-палки, сколько людей в мире, сколько радости, сколько всего прекрасного, сколько всего, чего я не знаю и не могу осознать. А я тут такая малюсенькая точечка, сижу и еще что-то недовольна. Это все потому, что мы слишком много думаем о себе и слишком много возомнили о себе. Но если сравнить себя с масштабами Вселенной, то... Ну, вот у меня лично, ну, просто пропадает любое желание что-то требовать и быть недовольным. У меня лично возникает только одно желание — поблагодарить. Поблагодарить людей вокруг, Творца, Вселенную, за красоту, за вдохновение, за радость, за счастье. Сказать большое спасибо, низко покланяться и быть благодарной за все, что со мной происходит. И это невероятно. И я понимаю, что в масштабах этой Вселенной вот я такая маленькая, своим недовольством ничего не добьюсь. Но если я хотя бы чуть-чуть кому-то подарю радости, заставлю кого-то улыбнуться, подарю тепла, это уже будет не зря. Это тот небольшой вклад, который я могу сделать в этой жизни, который вот эта маленькая точечка может сделать хорошим. И это не может, как по мне, не вдохновлять. И эти все размышления... А вы знаете, еще у меня учитель по физике когда-то говорил в институте, что ваша двойка по сравнению с масштабами Вселенной. Я тогда не понимала этого всего, а вчера мне это тоже вспомнилось. Просто невероятно, как мы много мним о себе, как мы много любим быть недовольными, страдать, играть в роль жертвы.
Но если абстрагироваться, посмотреть на все это свысока, то становится просто смешно. Как такая маленькая бздюлинка, простите, что-то еще требует и претендует на что-то. Поэтому наслаждайтесь мгновением, останавливайтесь, задумывайтесь, возвышайтесь над собой и своей ситуацией, посмотрите на себя со стороны, осознавайте себя в этом мгновении, осознавайте себя в масштабах Вселенной. Не позволяйте себе унывать, радуйтесь жизни, наполняйтесь любовью, благостью, счастьем и дарите эти все чувства людям вокруг вас. Это ценный вклад. Поблагодарите Вселенную за все. И с вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослава Мудр-Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Я знаю, ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.